что-то тяпнет, тяпнет. Спасибо! Ну-ка тяпни, тяпни, фас, фас. На мостике у нас столько народ, да? Ага, Нирвана, да. Смотри, ты это аккуратно этой штучкой, а то это кого-нибудь стукнешь. Да, это бесполезняк, конечно. Да, а кому-нибудь бабашке, чтобы спутать? Вот так. У нас это с тобой. Жена идет куда-то, это вниз смотрит. Я тебе снимал. Ага. А Жеку как? Как есть. Жека, да. А мы вообще, может быть, вот самый танец, слышишь? Может, мы сейчас налево через Ленинскую, что мы здесь будем? Это парк, то есть тут сейчас будет народу, конечно, жесть. А что там может быть-то хоть на стрелке? А это оно на стрелке, она с той стороны, ну во. Да ты сейчас не перейдешь мост. Я вчера потому что шел, там, блин, столько народу было, что я стоял. А сейчас сколько там народу. Это ты... А ты туда уже все. Там, кстати говоря, закрыто для салютов. Все, там сейчас ничего нету. Так что-то пойдем. С какой? Я там уже побывал. Мне там уже ничего не нужно. Тихо, смотри, не махай. Короче, народу полно. Так, если мы на Ленинскую, то нам надо здесь же. Там еще. Нам, наверное, сюда надо. Сегодня 5 августа, кстати, я забыл сказать. Да. Скажи, потом нам как-нибудь... Нет, я это пишу все равно, как бы, если что-то я не сказал, я это потом... Праздник,
сперва пишу. Ну, день освобождения Родины, тут много людей. Но он считается день города еще не только освобождения, как бы, то есть вообще как будто бы в этот день он, ну, вот образовался еще. Там на сцене что-то может быть. Да, не ори, пожалуйста, не ори. Сейчас как эта паника будет, все как-то понесутся. Украинские. Бабушка, она тем не менее говорит, что это основная война, а у них нет ускорбления народа. Так она уже, я ей тогда сказал, что это, ты там бери с собой, короче говоря, все замолчи. Ты когда это с собой там бери, типа, ну как бы тут на всякий случай все там документы на максимальное количество денег, потому что вот это вот. Опасается, это бабушка Света еще опасается, остальные как бы ждут победы над Рейхстагом. Ждут это, ну, победного флага над Рейхстагом. Ну, над там Радой там. Слушайте, а там, мне кажется, это, ну, где лучше идти? Это здесь или? Вот, тут сейчас будет. Чего там тебе, может, там? На торгует, а куда хоть наши дели? Сейчас, стойте, может, подожди. Куда-то уже пропали. На что дели? Пойдем. Ну, ее мама лучше. Найдет. Если что. Потеряю маму. Да и не потеряй, Тимош. Я ей сказал, чтобы она не останавливалась. Вся Ленинская улица. В народе, в людях. Опять же видел там депутата облсовета Михаила Вдовина. Так много рынков? Рынков? Ну, это не рынки, как? Это, ну, кафешки. Продают. А, ты имеешь в виду столики, что ли? Да, ну это обычно, они там цены ставят, то есть максимальные, в честь праздника. Поэтому не надейтесь, что вы что-то купите. Да, надеяться мало. Ну вот и мама. Я ей сказал тебе, мы тебя ждать не будем. Если ты останавливаешься, то ты прям это говори тогда. Мы ж подумаем. Где мы все?
поехали, давай ручку, а то здесь потеряемся. Да, так что вы смотрите, держитесь, не теряемся, да. Мы там держимся все ученика. Допускает, да. Это нам там рекламируют. Тань, любые будет, скорее всего, к салюту к самому. И даже еще позже, может быть. Так что сейчас еще рано. Мало ли то, что ты хотела. Сережку Лазарева выпустили уже, вот Лепсу можно было. Жена фантазерка, вот она. Фантазер. А ты меня называл. Ника вчера обломала, говорит. Ну, а он собирался. Ну, он собирался. Я слышал, я тебе точно могу сказать. Я особо не отслеживал вот эти все процессы. Да по мне даже любые, это же уже старый этот, значит, просто торгую. Так, наркотики это выкладываем. Стекло есть? Не-не-не, это чисто вода. Зимой, чтобы громко, да? А дети сейчас там охренеют от этой всей громкости. Наверное, встать лучше вообще подальше пока. Так, 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 не толкай. А дети мох-то, вон. Короче, дети охреневают от громкости. Мы пока не поняли, это, кто это поет вообще. Ну так-то оно похоже на Лепса. Может, это Лепс? Но так омолодившийся. Ага, и голос изменившийся. Да. Надо было это детям взять на беруши. Когда с тобой снова мы вернемся, с этим родным не трепетим.
Спасибо! Любимый город! Она тебе не очень подойдет. Я говорю, Олеска. Ну, конечно, да. Жизнь моя катилась по дорогам. Мелькали годы, люди, города. Где же я свое счастье пророчил? Было бы так, девчата, поезда. Может, там в парке что-то есть, когда сходим, давайте. Матвей, не маши, так не надо. А где выход-то? Выход там же, где и вход. Пойдем туда. Тимош, сюда, сюда. Машин. Ну, это, наверное, тебе надо идти сюда, Матвей. Потому что я там не знаю, как сейчас там с туалетами. Вон туда. Ну, где всегда, где мы ходили. Мотька захотел писать. Куда? Там же... То есть твою бы не навязчивость бы. А что, я должна вам грузить? Я сегодня так уже загрузилась этой рекламой Яндекс.Дикте и этими всеми диалогами всем напомнить. Ну что, посмотрели, знаю, может, какие-то. Так вот, давай мне, я тебя там возьму. Заходите ко мне на спальню. Уже сейчас темнеет, видимость будет уже не очень хорошей. Заходи ко мне на спальню, с вас 150 тысяч. Мы ушли, потому что детям там была, конечно, вся мощь этого звука не по ушам. Не, когда подойдешь, уже и здесь будет доколбасить, потому что вчера здесь колбасило тоже, да. Это типичный русский. Это по-русски выставить звук на просто на всю мощь, то есть на всю дурь. Выкрутить все эти ручки. Но тут народу, да, все больше и больше. Еще раз! Молодцы!
не знаю. А, фонтан? Ну, то пойдем туда, к фонтану. Я сегодня задолбался просто, что-то целый день как-то прошел. Тяжеловато. Жара еще это. Фонтан подсвечивается, да, Тимофей? Там еще гармошка, я слышу, играет. Играй гармонь. Да, я уже тоже услышал, что это гармошки. Кому за-за. А вот Тимош фонтанчик. Так, давай с этой стороны, наверное, войдем. Да, сейчас бы искупаться бы в фонтанчике, в холодненькой водичке. Хотя бы так потише. Слушай, а может мы спустимся вот немножечко вон туда, где эта кафешка, как она, это веранда? Кафешка? Ну вот там посмотрим, что там есть. Слушай, а может мы вообще это в этот, как вот, детский парк? А, там же салют у нас. Нет, салют, ну давай будем. А я не знаю, что там сейчас на стрелку не выйти или хотелось. На стрелку не выйти, нет, нет. Там сегодня, то есть до конца не выйти. Ну, нет, а как, с Красного моста ты можешь и сейчас это посмотреть. Ну и чё? Там закрыли, вот, короче, я тебе это объясню. Вот как ты от Славутича, как ты идешь в сторону, то есть Оки, вот эта вот дорога, даже она вот проезжая автомобильная. Вот ее с левой стороны уже то есть никого, а с правой стороны еще ходить можно. То есть, образно говоря, еще через мост еще перейти можно. Сейчас давай я тут вот немножечко это самое.
дискотека. Дискотека. Молодые, и танцевали мы, и песни пели. Помню блистательных 23 года со дня свадьбы. О, они на 10 лет нас опередили. А старше они нас всего на 5 или 4 года, потому что они женились. Ну, они... Жанет было 18, а Рустаму 19. Они молодые азиатские, то есть джиниты, они там это рано все делают. Причем я тебе фотку покажу, они как-то выглядят постарше. И ну зато за 23 года они не сильно изменились. Глобально. Ну подсветочка тут какая-никакая где-то есть. Вот это, с флагом, батя. Это какой-то флаг монархический. То есть это времен царя. Украинский. Где мама-то? Думаю, что? Украинский? Опять мама куда-то это отстала, блин. Батя, мне издалека он показался... Нет, это не украинский, это... Я думаю, что украинцы, что ли, пришли? Да и пока не пришли, это царского, как бы, это времени флаг. Еще до Советского Союза. Нам бы это в принципе, то есть, короче говоря, чтобы как бы это было, то есть не громко, нам бы как раз вот здесь-то и стоять. Потому что там, когда заходишь за вот этот вот периметр захороняемый, то там вообще громко. Затычки есть дома, у меня эти, значит, это беруши, я на Фрикоглаз их там это, значит, покупал. Ну это дома, да. Но мы будем, наверное, не в самую гущу, мы сейчас уже, то есть, не будем это заходить туда. За железный этот периметр. А то там орут вообще. Ну вот подсветочку уже когда включили, уже стало так повеселее. Стало поинтереснее. Ну что, мы пойдем? Ну да, скорее всего, сейчас мы тут немножечко снимем. И уже пойдем, наверное, там пониже. Потому что салют будет все равно там снизу. Давай пока снимем просто вот оттуда. Я люблю тебя, жизнь! Жизнь, что это? Взаимно! Пока не издеваюсь. Я люблю тебя, Лео! И надеюсь, что...
бы он его там этот укусил, тяпнул бы. Праздником вас! Счастья, любви, добра, конечно, мирного неба нам всем над головой. Берегите. Он сейчас тяпнет его. Спасибо! Ну-ка тяпни, фас. Он его сейчас тяпнет точно. За невероятное исполнительское мастерство. Благодаря которому зрители смогли прикоснуться к истинному искусству. Еще раз спасибо. Господи, Феликс Царикатти. Сегодня в нашем городе созданы все условия для счастливой какой-то, и какой-то грек либо. Главным богатством которой являются его жители. Люди, которые живут в согласии с совестью. Мы не будем, короче говоря, заходить за... Да. Не будем мы заходить за вот этот периметр, потому что там совсем громко. Третьего курса Орловского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации имени Лукьянова. Белкин Денис с просьбой признаться своей девушке в любви с главной сцены города Орла. Ну что ж, Денис, тебе слово. Поддержим. Добрый вечер, дорогие друзья, жители и гости города. Поздравляю всех с праздником. Хочу сказать огромное спасибо Андрею Евгеньевичу Клычкову за то, что помог мне. За наше счастливое детство, да? А сейчас бы хотел пригласить на эту сцену свою девушку Яну. Я очень сильно волнуюсь, надеюсь, вы меня поддержите. Время, что мы вместе, я понял, что в моей жизни никогда не было человека дороже тебя. Давай! Хорошо? Вопрос. Как там звучит? Все ли в порядке? Замечательно. Теперь... Все-таки нас сам жена заставила Любе немножечко посмотреть, послушать. Так, поиграем, парни. Чуть-чуть Тарас выдавал. Раз, два, три, четыре. Убирай, Паша. Да. Ваня, чуть давай. Таня, они сейчас будут там настраивать еще с полчаса. Да. Хорошо. Вроде бы налазились. А, что, поехали дальше? У них там все подсгнило, это уже 40 лет их не уже этот гитара. Домой. И вновь тебе подпою.
привет с нашего двора. Решил заснять, что на тут на пепельнице, в общем. На эстраде, значит, детского парка. Да, да, да. Где мама-то? Я не придем, а еще раз, как мы это говорим. Солнце в розовом.
сейчас, но с собой я пройду, спасибо, я иду, держи. Салют опоздал с минут на 15, но мы все-таки смотрим. Весь мост к народу. А мне тоже конвейер. Это уже опыт. Илька, да? Да какой там. Да. Поковыряться еще надо, да? Сладенько. Как красиво, но не настолько we'll be right back.
the end.